Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу судебно-медицинского эксперта Александра Пинцакова, скрывшего следы убийства замглавы Департамента культуры Москвы Леонида Ашарина в Ялте. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Пинцакова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных Ч1 СТ, 293 УК РФ, халатность, Ч2 СТ, 292 УК РФ, служебный подлог. Уголовное дело будет направлено в Ялтинский городской суд Республики Крым для рассмотрения по существу, говорится в сообщении. Как полагает следствие, в апреле 2020 года Пинцаков ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности при экспертизе тела заместителя руководителя Департамента культуры Москвы, обнаруженного на съемной квартире в Ялте. В ходе ее проведения эксперт не выявил имевшиеся на теле повреждения, свидетельствующие об убийстве, и необоснованно сообщил сотрудникам правоохранительных органов о наступлении смерти в результате самоубийства, отметили в Генпрокуратуре. После этого Пинцаков составил заключение, в которое внес заведомо ложные сведения о выполнении необходимых исследований. При проведении дополнительной экспертизы Пинцаков составил заключение, отразив в нем ту же заведомо ложную информацию. Допущенная экспертом халатность меньше, чем. Больше, чем повлекло несвоевременное возбуждение уголовного дела по факту убийства, которое до настоящего времени остается нераскрытым, пояснили в Генпрокуратуре.